Германско-российского форума за предоставленную возможность принять участие в этом, без сомнения, очень интересном и важном для российской страны мероприятии. Мы понимаем, полностью разделяем цель данного мероприятия, это опираясь на концепцию «Весь мир в гостях у друзей», успешно реализованную в Германии во время чемпионата мира 2006 года, а также опираясь на практику проведенного недавно чемпионата Европы в Польше в Украине, инициировать обмен опытом с привлечением представителей данных стран. Для нас очень важно, наряду с вопросами развития инфраструктуры и обеспечения безопасности проведения крупных международных спортивных соревнований, особое внимание во время конференции будет уделено аспектам гостеприимства, методике работы с болельщиками, рассмотрения возможных форм привлечения широких слоев общественности, бизнеса, участию в подготовке и проведении подобных крупных спортивных мероприятий. Учитывая объединяющий и интегрирующий потенциал футбола, данная конференция призвана стать стартовой площадкой для